Строительство новой школы на 900 мест в районе Жасуркен завершат через 8 дней. Напомню, работы там начались еще в 2017 году. Из-за отставания от графика открытие перенесли на этот год. Насколько готово учебное заведение и какие условия там создают для учащихся, узнавала Агири Муканова. Покраска стен, благоустройство территории. Строители доделывают последние штрихи. Площадь школы более 12 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трех блоков. В одном учебные кабинеты для начальных классов, в противоположном для старшеклассников. Предусмотрены лингофонные кабинеты, где ребята смогут изучать языки. При строительстве и ремонте учитывали все детали. Классы оснащены по современным стандартам. Это кабинет подготовительного класса. Он рассчитан на 25 учащихся. Здесь есть LED-доска, специальные парты низкие для младших учащихся. Материалы все качественные, компьютеры будут стоять. А в центральном блоке расположились столовая, спортзал и библиотека. Особое внимание в проекте уделили кабинетам технологии, их 4. Здесь ребята смогут заниматься гончарным и швейным делами, а также кулинарным мастерством. Технику и мебель закупили. Только одних шкафчиков здесь более 1000. Не завершены лишь работы по покраске фасада здания и укладке асфальта. Для учащихся здесь построили футбольное поле, есть беговая дорожка, баскетбольные и волейбольные площадки. Две игровых зоны площадью 800 квадратных метров. Строят школу третий год. Сдать ее должны были еще в ноябре 2019-го, но подрядчик не успел в срок выполнить все работы. Сегодня не на завершающем этапе. Заново цвет стен сделали, покрасили фасад, обновили весь, поярче сделали. Оборудование частично в школе стоит, это столы, парты, мебель вся, а такие как компьютер, дорогостоящее оборудование находится на складе. Получать знания здесь будут учащиеся школы номер 6. Это почти 600 человек. Вместе с ними в новое учебное заведение перейдут ребята из классов с государственным языком обучения 7-й школы. Это еще порядка 240. А в первый класс сюда поступят 75 детей. Агири Муканова, Михаил Казначеев, новости МТРК.